Вон горит. Горит примерно где этот, бля, блокпост, который мы равняли. Там работают танки. Поле. Технику? Ну а как вы их срезали? Пока мы их не увидим, мы их не срезаем. Танки идут. А? Дайте, пусть наведутся на дорогу. Все, понял, жду. Вот там ваши бьются. Давай, я понял. А? Там скруглика наша дома. Вон разрыв, смотри, там херачит, горит вдалеке. Красный. Расстал, еще туда! Пускай туда вот! Так, повторите еще разок! Так, стоит, домика нету, красиво! Какой домик? А вот наш! Вот, а, дай быстрее камеру! Так! Домик, да, так. Теперь на принцип, как у вас ловится лево! Дальше, где-то метров на 50 надо! Он работает? К основному. И батареи. Дима, а? Она снимает? Да, должна. Идут. Вот где? Есть! Танк! Танк попали! Ура! Нету нахуй! Молодцы, ребята, снайкера! Валим позицию, вас на спутнике слышно, ебут. Снял! Да, танк попали! Прямое попадание! Молодцы! Туда же! Туда же! Смотрите, туда же! Где? На поле, два танка, дальше. Там один танк, второй Урал. Отставить, отставить. Пускай туда же по танку еще ебнут. Еще раз по танку повторите. Не надо коррективы какие. Вот туда надо, серый, посмотри какой номер там. 22 или 11. Где? Они зашли в лес, они пошли в эту, в каменку. Они уходят. Повторяйте, да-да-да. Это ваше. А, это же еще раз повторяю. Все, жду, алло. Жду. Алло. Они сейчас там, сука, вылезут, вот там. Алло, алло. Терри. Я его смотрю, ищу танки. Да вот там он вылезет, на 22-й. Они в лес пошли, вот туда. Так. Наводитесь на 22-ю, заряжайте шлейфы. Дело, дело. Да! На нас уже попали в районе блокпоста, что-то там. Блокпост, хорошо попали. Много хорошо дыма. Попали. Ровненько. Горля Горелому. Блять, я теперь понять не могу, где танк. Нет уже. Парни, где танк, понять не могу. Да вот там. Нету, блядь. Шасси на месте. Вон он, где дым идет, видишь? Вон танк горит! Горит, горняк, горит, хорошо, горит. Танк горит, сука, загорелся! Есть. Молодцы, точно попадание, бля! Ура, молодцы! Меня больше интересует те, кто в лес ушел, если честно. Сейчас мы на них наводим. И дом горит, где блокпост! И хорошо тоже горит там что-то. А танк разгорается, блядь? Да там чему разгораться, там башня улетела. Ну, блядь, я не засек, потому что я снимал. А танков нету, братцы. Сейчас подождем, не страйвай. Алло. Терри.
Да, наблюдаемая. Это один танк, короче, ушел, этот, блядь, как его? Беттер или что-то? Нет, Урал пошел. Наводитесь, пока есть. И Урал пошел. На большой скорости не уебывали. Это прям... Первый танк, второй Урал шел. Да. С личным составом. Танк шел с блокитной хуйней. Да. А этот, блядь, Урал шел следом на большой скорости. Наводитесь, наводитесь. Поточнее наводитесь, ребят. Танчик загорелся, бля! Здорово, блин, я его разобрать хотел. А запчастей я так не успел. Вот танк разгорается, все ПК сработает, блядь. Подожди, Серый, чего не понял? Все, ребята, ждем. Снять оно хоть это еще снимает? Сколько там еще? А где я посмотрю? Ну я все сверху сдохло. Ну да. Ну где-то там пидор вон катается. Нажми, да? Нажми любую кнопочку, экран включится. Справа вверху батарейки и проценты свободного места. Ну еще батарейка есть. Блять, он вообще танк горит. Ну вот и батя доказательство. Слышь? Да слышу, слышу. Блять, как он хорошо горит-то, бля. Ебать, как он разгорает, смотри. Господа, слева наша территория или не очень? Нет. Совсем не наша. Вот там дядька в окошке торчит с прицелом. Где? Эрик, я готов. Да, да, да. А? Давай, давай. Ром с коньком слева, справа от трубы. Давай. Если вот от этой хрени, от нашей вот смотреть, то там блестело что-то в окошке. Нет, там этого люди. Не, ближняя сторона там наши сидят, ребята. Наблюдают. Да, да, пусть наблюдают. Двигатель горит вот там. Да там все пиздец. Воевать не будут. Да разобрали. Вон он, козел. Серый! Разбираем дальше! Нахуй! Еще бы метров на 50 бы дальше бы! Ебать, урод! Красота! Так, тихо, тихо, что-то два последних выстрела, разрыв очень большой. Один ушел влево, где-то метров... Вот остальные ушли вправо, метров на 200, короче. Так, я пока трубку покажу. Все, давай. Слышь, еще одно попадание по танку. Вот, в принципе, короче, 4 разрыва охуенно. Второе попадание в танк было. Вообще красота, блядь. Да там уже костер, блин, мангах и шашлык делает. Ебать, там корову уже целиком пожарить. Ну, укропы, блядь. Он по полю хуярит, видишь? Давай-ка, брат. По полю. Кто там серый? Бэха. Бэха. Где противотанкисты, блядь? Ебашки ее. Где Бэха? Вон Бэха свалит, пошла в редкодуб. Дай горизонт. Прямо за танком сейчас. Она ушла уже в лес. Если не достанет, да? Что не достанет? Нет. Она в лесу уже. Пробьет. Пробить пробьет, но не достанет. Оптики нет. Она в лес прыгнула. Что, Чернухина? Чернухинская батарея. Лево! Да. Вернулась? Походу, да, но это вроде так. Батарея! Что, еще раз повторить туда? Лево! Говори! Батарея! Тихо, лево. Тихо! Огонь! Она ушла, ушла бы. Она ушла, да. Ну, по последним координатам. Ох ты, а это кто? Кто это ебанул сейчас? Разрыв, чей белый? Это не мой. А где там белый? Вот справа.
Ой, как там горит! Да я жду, когда быка сработает. А башню нашу на голову серую. Я жду, когда быка сработает. Там оно было. Понять не могу. Корова уже сработала. А? Блять, там корову убили. Вам мясо надо? Ну там корова и телочка. Тихо, там, короче, бой идет на перекрестке с Круглика. А кто там? Там мебельщик. Этого, мебельщик. Так, Дмитрий Анатольевич, докладывай, перек отработал нормально, там чист сначала попал, чисто. Да не чист, ведьма попал, чист разведчик. Так что, там конец. А попал чист. Попал чист. Не чист попал. Слышь, серый, не чист, а чист. Алло. Надеюсь, алло. Там попал. Как, блин? Чистей, ведьма, да? Я ведьма артиллерист, он разведчик, чист. На я скончается. Короче, голову не трахай, скажи, август попал, и все. Да, август попали, о, нормально. Товарищ Чистей, БК начал. Надо было бинокль взять. Ты что ты мне сказал? Да, бинокль брать? Тебе дать палку? Алло! Да чё, мне... Во, БК заработал! Алло! Смотри, да мне так видно! Алло! Алло! Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Лео, нас ебашут? Да, еще залп! Лео, я проебал! Ты хоть скажи, когда у них будет! Пошло, пулеметы пошли, патроны. Патроны херачат. Ой, летят в нашу сторону. Ой, патроны херачат. Танк по нам стреляет. Ответочку дает, да? Ответочку танк дает. Все, ебать, вот загорелся танк. Нихера там патроны долбят, слышь? Так там сколько патронов? А? Танки по нас на зеленке работают. Из какой? Где они? С какой? Туда наведены, на край вот этот, на выезд. Если выпечат, то туда начнут ложить. Я понял. Обалдеть, вот этот танк горит. Опа! Танк отстреливается! Короче... Лео, поторопи! Так нет. Кого нет? На приеме. На перекрёсточке на выезд направлен чист, и он ждет, когда выезд будет, когда он сразу... Как танки выйдут, мы сразу накрываем. Да не чист, ведьми, ёперный. Да умри. Ты даже по телевизору нормально поговорить не можешь. Чё б дядя Серёжа наговорил? Дядя Серёжа, потому что у нас пиздеть в основном гораздо. Как с телевизором разговаривать, когда дядя Серёжа? Там чё? Батя, все заказывайся, там, кто там? Что, ползут, что ли, серый? Я не вижу. Лево! Да. Лево! 107! Залпом огонь! Зеленка? Да. Да! Сережа, ты меня слышишь? Да! Перерыв! Я там, серый! Коннекция 4! Что за хня была? Из-за зеленки херачит! Коннекция 4 на тебя! Слышь, ебани по зеленочке пройди!
Вот это, когда Урал ушел, это как раз вот пехоту не привезли. И это не танк был, это бэха была. Первая бэха была не танк. По прикрытиям бэхи пришли они в эту, привезли Урал пехоты. С Чернухина. Давай, братка, давай. От агресса они туда не достанут, блядь. Чего они там? Чего? Откуда агресс? По ним работать начинают. 1800 метров. По укропам? По моей. По нашей огневой. Короче, перерыв пока, пусть отдохнут. Хорошо. Сейчас я поработаю, пристреляю сразу. Это наши? Давайте огонь. Это что? Да. Это укропы? Да. Вот я себе говорю. У нас второй, так же. Да, где наведены вы? Давайте огонь, парочки. 82-ми, ты можешь придавить, Серега? А? 82-ми туда. Да, да. Ебани туда 82-ми по улице. По улице? Конец улицы, ебани. Все, понял, жду. 82-ми как раз на пехоту, ебаните. Там коробок нет абсолютно. Магистр позже! Дальше метров 100. Леха, слышишь? Вторая позиция со стороны железки. Слышишь меня? Где? Вторая позиция с той стороны железки. Че техника бегит? Понял. Ушли, док? Зарезайте следующий. Что за хрена? А? Сейчас стрекочет. О, вот 20. Это хорошо! 20 ближе, еще 3 мины огонь. Блин, танк потушить надо, из-за дыма не видно. Так, зарядили? Блять, ну танк уже передок горит, давай, жалко. Да жалко, конечно, я говорю, испортил, надо бы пойти отжать. Все, заряжайте, ждите. Вот так вот. Да, заряжайте, ждите. Красота, блять. Батальон. Кто у нас стреляет? Я понял. Это блокпосты, что ли? Наша батальонная арта. Все мои шалки. Кто? О, БК, все, пошел. Вот это БК. Танк, смотри, БК горит. О! Сейчас мои шуршалки. Ебать, вот горит, а? Ох, красота! Я не вижу куда. Вон, залез. Короче, между лесом и железкой. Раз туда и надо. Вон одна, а вторую не вижу. Ближе. Ближе возьми к деревне. Так. Ближе к деревне возьми. Где-то упасть метров 50, вот это горит танк, бля. Эпическая сила! Укропа, посмотрите, убегайте нахер! Со словами, ой, боюсь. Кто-нибудь позвоните, пожалуйста, укропу, попросите потушить камень. Реально портит всю картину наблюдения. Вызывайте МЧС. Серега, у вас МЧС есть? Да? МЧС. Помощники укропам. Нету? Нету. Ну, плохо. Во! БК. Сука, рабочий был. Во! БК. Алло, тот! Там! Горяк кинул. Ушли? Огонь давайте! Алло, тот! Все, понял, жду! Жалко у меня кого. О, как хорошо-то, бля. Бум, да? Бум. Бум. БК пошло в основном. На приеме. Так вы за что, не думали, думка на Маклауде? Думали, да. Горело на приеме. Мы их переубедили. Вот так вот батальон Август. Переименуемся в сентябрь, вообще пиздец. Ноябрь там. Чем ближе к Новому году.
На счету уже батальона Августа. Градовик открыта одна бэха, подтвердил байкер сегодня. И одна бэха прямым попаданием, с туром, подтвердил байкер. Все, на этих установках, долг, ждите, я перезвоню, если что. Отлично, так и стойте. Сегодня у меня тоже уничтожен танк. Убери, Дима, чего? Свою позорную трубу. На блокпосту уничтожен. Засунуть камеру в жопу, круглики у нас. Это моя камера. Бэха прямым попаданием. И два танка. Это уже на счету сколько у нас? И еще пушка в Чернухин. Там еще, если считать, еще Слесинского, Солчевский еще считать. Не, там я считаю. Два танка Бэха. На батальон Август, я считаю. В Августу мы там два танка Бэха. И здесь две Бэхи там. Тебе сказать, а я сейчас на тик заметил, сколько у нас прочистил. Так вот, я об этом и говорил. Они уже походу сами лужат, считают, что уже все, улица наша. Все, видишь, прикрыли туда. Пустили этого 6 снарядов. И все, пехота свалила нахер. Да я не вижу. А? Я не вижу, она все. Ну не стреляет же, все. Залегла пехота. Все, ждите этих установок. На этих установках стойте. Все, я позвоню. Все, от танка ничего. Дима, я даже тебе сувенир не смогу. Там что-то отлетело. Башня. Нет пока, по нам работают, они перекурят 10. На брелок. Раз, башня на брелок. Танк успокоился. Ну вот так мы трудимся. Ты смотри, смотри, педальку нашел, блядь. Слышь, на ногу свалился мне. Слышь, чески. Чего? Интересом. Да убери ты эту позорную трубу. Я что снимаю? По зеленке. А куда посту не приходишь? А, по посту что ли? Алло, Вова, что у вас там? Стоите там же. Все, я понял. Вот кто сейчас стреляет? Они... Бук с собой брал, нет? Отключаюсь. Посмотри! Давай! Так, а грезики сейчас будут работать? Да! Помнишь, показывали тебя там правее еще была, то есть наша вот эта цель стала, и чуть-чуть правее еще была. Где грезики работают? Домик! Сможешь ее посчитать и туда кинуть, ну, где-то штук 10 хотя бы, я с батей отмажусь потом. Чего? Посчитайся туда, по батарее по второй. Какой по второй? Только не стреляйте без команды, второй машиной, хорошо? Куда ты? А, по второй, на ту сторону, что ли? Где лес или через дорогу? Через дорогу. Алло, слышишь, Леха? Там на север через дорогу, помнишь, было параллельно? Параллельно через дорогу. Все, Лех, понял? И в это, посчитайся там, то сюда, и мне набери тогда, как готово. Ну и, слышишь, что? Да, скорее всего, положить ровно, да? Она больше, вот, танчик горит и горит. Ему уже гореть там нечего, он все горит. Весь танк выгорел. Да чё я хотел, блядь, домой забрать. Да хоть посмотреть на него подойти. Ну сразу целый был, вспышка там в домах. Целый танк был, они его поставили, заныкали, урод. Ты агрессиками серый работаешь? Серый? Да. Это ты агрессиками работаешь? Да. Нормально. Агрессы работают нормально. Хорошо прошли. Куда кладем ты? Да вон по зеленке дома туда, зигаесик. Где эти, блядь, штурмовики, блядь, укроповские высадили? Урал, блядь. Это их высадили, получается. Их высадил, бэха пришла, высадила, там Урал стоит. И ушла. Урал стоит там, а они ушли. Бэха ушла на скорости. Она сопровождала. Видишь, о чем говорит? Они технику, сука, не пускают. Они везут людей в мясо, нахуй. Технику не пускают. Вот это молодцы, кто-то там, блядь, в Каменке накрыл двумя пакетами градом, и все, и танки сдохли. Да. Выехал один танк, на который...